претендент на престол с бородой а-ля Люс, в царскосельских глазах эмигрантская грусть. Прилетел взять бразды из Америки он, но парламентский спикер его выгнал вон. На порог в Белый дом не пустил его мент и не принял в Барвихе его президент. Депутаты всех фракций шмаля косички, в кулуарном дыму его гнали в тычки. А представительницей самых желтых газет ты придешь к нему в номер, где сломан клозет, где лежит он расхристан с валютой в горсти, чтобы взять интервью для скандальной статьи. Словно с глаз пелену, как с души тяжкий груз, он сорвет с тебя срам волосатых и туз. И рискуя свой имидж навек погубить, ненавидя себя, а будет гневно любить. А ты уйдешь от него в постсоветскую ночь, в свой несталинский дом, никудышная дочь, где отец отставник в бурых складках кольцом в сотый раз крикнет с кухни, что Ельцин масон. А он уедет к себе, чтоб бездарно, но жить и барменом служа, а России тужить и молиться крестясь в аризонскую рань, в том числе тебе, безлошадная дрянь.